принятие 323 федерального закона позволило Минздраву России влиять на назначение руководителей органов управления здравоохранения регионов за счет того, что на уровень субъектов Российской Федерации были переданы полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья по лицензированию медицинской деятельности большинства медицинских организаций, находящихся на территории региона. И Минздрав России получил право в том порядке, который он установил, чтобы высшее должностное лицо региона согласовывало с ним назначение на должность руководителя, осуществляющего переданные полномочия. Данный порядок был установлен приказом Минздрава России номер 252Н. Приказ Минздрава России номер 750Н этот нормативный акт отменил. Следует ли из отмены, что теперь руки федерального Минздрава не дотянутся до согласования с ним назначаемого на должность руководителя органа управления здравоохранения региона, осуществляющего переданные полномочия? И вертикаль управления здравоохранения, берущая начало с федерального Минздрава, пошатнулась? Нет, не следует. Данные полномочия Минздрава России были изъяты из 323 федерального закона, но данное полномочие не исчезло, а перешло на уровень правительства России. Теперь постановлениями правительства России будет устанавливаться единый порядок передачи полномочий с федерального уровня на уровень регионов. Нет сомнения в том, что в том или ином виде останутся те процедуры, которые ранее были в приказе Минздрава России номер 252Н. Поэтому вертикаль управляемости в здравоохранении все так же незыблема.